Итак, всем привет, дорогие друзья! Сегодня на нашем канале новое видео, которое будет посвящено распаковке товара из Китая. На этот раз к нам приехал товар, это селфи-палка. Не обычная селфи-палка, а именно аксессуар к нашей экшн-камере Acasu V50X, который также может подойти и к многим другим экшн-камерам и устройствам. И сейчас мы его распечатаем. Вот так выглядит посылочка. Там внутри что-то... немножко тарабанит. Приехала посылочка около месяца к нам с Китая. Конечная доставка была новой почтой. И сейчас мы ее распечатываем и посмотрим, как выглядит наша селфи-палка. И что же, начнем распаковывать. Поехали. Ну что же, ребятки, поехали. Распаковываем нашу посылочку. Огромный пакет. И достаем нашу посылку. Больше у нас в конвертике ничего нет абсолютно, как можете видеть. Конвертик в сторону. И вот такая вот посылка. Бренд 3-Way, монопод, подставка и мини-трипод. На данной стороне можем видеть само устройство. Посылка приехала абсолютно практически не помятая. Здесь у нас расположены основные спецификации. Ну и в принципе больше на коробочке нет ничего информативного. Хотя, кстати, на страничке продавца, продавец ее позиционирует как именно фирменный бренд Acasu. Достаем нашу коробку. И вот такая вот наша селфи-палка. Вот так она у нас раскладывается. Здесь у нас крепежный болт. Ну, ручка довольно-таки приятная на ощупь, soft touch. Также у нас в комплекте есть веревочка, крепление и непосредственно болт. Сейчас мы разберемся, посмотрим, что у нас здесь. Ага, здесь у нас внизу еще подставка трипод, которая вот так вот ставится, как можете видеть, и сама палка. Здесь у нас крепление под аквабокс, я так понял, с этой стороны. Сейчас мы разберемся и продемонстрируем, как крепится аквабокс. Ага, даже вот так вот можно поставить, закрутить нашу подставку, и соответственно трипод на треноге будет находиться. Довольно-таки интересная штука, ребята. Ссылочка на товар, как всегда, будет в описании. Можно в разные позиции складывать данную треногу и наш селфи-стик. Более подробно немножко позже. Ну что же, ребятки, вот таким вот образом выглядит наша селфи-палка. В данный момент у нас здесь вместо камеры Aquabox наш, который был в комплекте с камерой. Соответственно, здесь все крепления стандартные, как можете видеть в данном моменте. Все затягивается очень плотно на металлические болты, зажимы, можно так сказать. Итак, вот первое положение у нас это вот в таком виде, то есть короткий стик. Здесь снизу у нас, как я уже говорил, есть трипод, который в принципе у нас может как находиться здесь для того, чтобы мы поставили в виде штатива таким вот образом. Либо же он у нас прячется внутрь селфи-палки. Здесь у нас есть вот такая вот кнопочка, которая разблокирует открытие. Мы ее нажимаем и открывается. Здесь тоже везде тяги, режим... вот такой вот. То есть можно гнуть как вам удобно для того, чтобы снимать. Все регулируется, все надежно очень фиксируется. И действительно очень удобно для съемки самого себя. Вообще я считаю, в принципе, отличная штука, отличное качество. Пластик внушает доверие. Мне посылочка понравилась. Если вам тоже, ставьте лайки. Ссылочка на данный товар будет в описании. И также, когда у нас будет хорошая погода, мы выйдем на улицу и немножечко поснимаем с помощью данного устройства, данного крепления через нашу камеру. Да, и еще вот эта веревочка, она у нас здесь фиксируется внизу для того, чтобы можно было на руку еще накинуть и не потерять вот так наш держатель, нашу ручку, так сказать. Ну что же, ребята, вот такой был небольшой ролик по распаковке. Ссылочка у нас в описании. Итак, ребятки, кому понравился данный ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет приятно. И всем пока-пока! I'm trying to try, tell myself what I should know.
let you go. Can't let you go.